Мурманской Мытищи, Северные Хаски и хоккейный клуб «Атланты». В Ледовом дворце спорта состоялся грандиозный праздник хоккея. Ледовая арена была забита под завязку, несмотря на то, что матч был товарищеским. Хоккеисты постарались не разочаровать болельщиков. До начала матча полчаса, однако зал Ледового дворца спорта уже заполнен наполовину. И зрители продолжают приходить. Несмотря на то, что матч между командами Северной Хаски и Атланты товарищеский, жители заполярной столицы к нему проявляют огромный интерес. На трибунах были и давнишние болельщики Северного клуба, и новички. А мы ходим не только сегодня, мы ходим постоянно. Как только Хаски наши играют, мы всегда здесь. Мы постоянно. Откуда такая любовь к хоккею? Да кто его знает? Вы знаете, издавна, наверное, очень давно болели. Еще к советскому хоккею, к российскому, только мы вообще хоккей. Постоянно. Мы и дома болеем. И в 3 часа ночи можем смотреть хоккей, так что и молодежный хоккей, чемпионаты ни один не пропускают. Знаете, вообще-то первый раз сюда пришли, к сожалению. Ну, хочется как-то поддержать игроков, ну и заодно внуков как-то приобщить, может быть, к этому виду спорта. На коньках катается, но, может быть, захочет и более серьезно заняться таким видом спорта. Хоккей – игра преимущественно мужская, однако болельщики приходят целыми семьями. Все активно поддерживают мурманскую команду. Аншлаг на игре – безусловная заслуга организаторов встречи. Они не поскупились на настоящее шоу для фанатов команды «Северные Хаски». На входе зрителей встречали девушки-барабанщицы. В течение всей игры сектор болельщиков заводила группа черлидеров. А представители фанатской организации к концу игры, казалось, упадут без сил. Хаски тоже накал страстей подогревали. Зрители ни на секунду не сомневались в победе мурманчан. Пропустив первую шайбу в игре, мурманская команда тут же под рев стадиона реабилитировалась. Результативным оказался и второй период. Он закончился со счетом 4-2 в пользу хозяев льда. Однако в третьей части игры хаски то ли устали, то ли расслабились, и в результате гости не только сравняли счет, но и закончили матч победой. Результат товарищеской игры 5-4 в пользу команды «Атланты».